Так как печатать, значит, с принтера Canon LaserShot LBP1120 с 64-разрядной Windows 7. Так можно использовать Oracle VM VirtualBox, можно Windows XP Mod. Покажу на примере Windows XP Mod. Так, сначала нужно скачать драйвера. Пишем Canon LBP1120. Переходим, значит, на сайт не ru, а canoneuropa.com. Там драйверы есть. Опускаемся ниже, выбираем, например, систему. То есть у нас установлена XP. Выбираем XP, можно выбрать язык русский. Здесь будет вот этот драйвер, жмем Download. Принимаем, ставим галочку, что мы принимаем лицензию, жмем Download и скачиваем ее. Вот такой файлик скачиваем. Он у меня уже скачан, поэтому запускаем XP Mod и Windows Virtual PC, Windows XP Mod. Запускаем, ждем загрузки. Итак, Windows XP Mod загрузился. Теперь открываем мой компьютер, открываем диск D, куда мы скачали, гостевую машину, куда мы скачали вот этот файлик, и запускаем его. Жмем «Выполнить». Здесь выбираем, наверное, папку, куда его мы можем распаковать, например, на диск C. Например, вот сюда. У меня уже папочка эта есть. Заменим все. Файлы распакованы. Все это закрываем. Подключаем принтер к компьютеру. Включаем принтер. И если он не определяется в XP Mode, то включаем соответствующее устройство. То есть подключаем в XP. Затем у нас выйдет окошечко, в котором нам предложат установить драйвера. Мы выберем, значит, папочку, подсунем ему, которую мы распаковали. И он оттуда подхватит все драйвера. И, в принципе, можно будет печатать.